Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, всю неделю мониторил погоду. Погода была, блин, вообще идеальная. Минус 5-7 градусов, 3-4 метра в секунду ветер и ветер южный. В итоге, выезжать на рыбалку, смотрю погоду, погода. Северный ветер где-то в районе 10 метров в секунду. Температура минус 15 градусов и снег валит. Но так как деваться нам некуда, рыбалку мы уже не можем отложить, потому что уже все собрано, все готово. Едем на рыбалку. Ну аж на какую? Сейчас посмотрим. Либо на морскую, либо на кумжу. Уже приедем на место, разберемся. У нас сегодня и на морскую рыбалку снасть есть, и на кумжу также. Не будем терять время. Заводим снегоход. Надеюсь, заведется сразу же. Да? Как часики? Свою рыбалку мы решили начать с небольшого озера. Вот здесь у нас речка впадает, вот, а здесь у нас вытекает у нас. И решили мы попробовать здесь половить кумжу и палию. Всем привет, дорогие друзья! Вот, как Михаил уже сказал, что решили тут остановиться и попробовать, пока утренняя еще зорька есть. Будем пробовать. На удочке у нас пока не клюет, поэтому решили еще оставить несколько дежурных флажочков. Червячок, опарыш и туда. Поэтому пусть у нас флажки постоят. Может быть, что-то и на флажки клюнет. На удочке пока поклевок у нас нету. Клюет, клюет, клюет. Что-то, что-то у нас заклевало. Есть что-то, но не крупное. Вот. Кто это? Это паля, палюшечка. Паля? Да. Она красное пузо такое вот у нее. Угу. Ну ничего такого, грамм 150. Какие 150-то? 50 грамм-то, мил. Ну, ну красный, видите, пузо какое? Ага. В размер-то ты туда. Даже я со своими словами лучше. Что, отпустим? Конечно, куда она? Давайте отпустим, пусть. Все, пусть бежит. Да. Может, покрупнее что-то клюнет. Ну ладно, первая поклевка, это радует. Ну что, посмотрим, что здесь у нас. Ничего, что ли? Нет, ничего. Нету ничего. Третий раз приходим, сбивает флажок и ничего, растаскивает метр на два. И Томил решил попробовать на удочку половить ее. О-о-о-о, есть, есть, есть. Да, клюнула. Хорошенькая такая, ничего. Идет рыба-то. Да? Да, да, хорошая идет. Вот она. Слушай, красавица. Смотрите, какая. Ух ты. Да тут... Ну-ка покажи. Грамм 400 есть в ней. 400, да? Да. Ну-ка покажи. Хорошая кумжа. Ну, не 400, нет, 300 точно есть. Ну, 300 точно есть. Нет, 400 должно быть. Ну, у меня весы есть, весим. Да ладно. Не надо и так поверить на слово. Значит, смотри, видишь, в берегу удочки стоят 0. Да. А на середине сработало. Так. Глубина метра 3-4 где-то. 4 метра точно есть. Да. Ну, отлично. Что, надо на глубине ставить, наверное. Ага. Ну вот, отлично, поздравляю, эту берем однозначно. Конечно, такая хорошенькая. Клюет, 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 да. Еле, 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 опа, есть. Есть. Ну, чуть-чуть помельче, кажется. Что-то не особо так, ну. Что это там у нас? Это тоже, а, это голец. Голец? Это голец, да. Ну, покажи. Ну. Размер гольца. Ну что такое, грамм 150 где-то. Ну да, гольчик. Ой, за глаз. Да. Глаз проткнули, придется. Искать не будем, будем брать. Да. Ну ладно, что. Рыбка. После поклевки кумжи мы тут быстренько рассверлились. И ждем рыбу. Но рыба, ну, просто когда удочки стоят, вообще не реагирует. Вот если как Томил сидит, играет, у него бывает нет-нет, поклевочка происходит. Реденько, но происходит. На игру клюет. Сейчас я тот стул принесу и тоже буду играть. Томил. Томил. А, привет.
пошевелит, пошевелит и все. Это мелочь. Это нет, это не клюет. Ну как не клюет? О, есть. Есть? Да. Дождались. Интересно, кто это? Давай, давай. Опа, опа. Есть паля. Это кто? Какая паля? Голец. Голец хороший. Какой хороший? Нормальный. Я нет, я заберу. Нет, пусть живет. Нет, я заберу. Хорошо, забирай. Я заберу такого. Все, дорогие друзья, Томила больше на рыбалку не берем. Голец маленький. Да, конечно, маленький. Надежда его бы точно отпустила, и я бы отпустил. Ну, бери, коль берешь. Я просто это, честно, такую рыбу за рыбу не считаю. Для меня рыба это хотя бы грамм 300-400. Бери. Все. Ну, попался, слава богу. Хороший. Да не хороший. Нормальный гольчик. Все. Наш спор, подписчики, разберут, кто прав, кто не прав. Дорогие друзья, как вы думаете, кто прав, я или Томил? Я считаю, что брать надо грамм 300-400 и выше. Таких 250 надо отпускать, чтобы они подросли и потом брали покрупнее. Да? Нет, Томил? Твое мнение? У меня кошка голодная дома сидит. Я понял. Хорошо, ладно. Ну... Я сам-то рыбу не ем, я люблю ловить. А вот котенок у меня, конечно, любит рыбку. Особенно такую красную. Самое главное, стало поклевывать. Да, хоть клевать стало. Что-то шевелит. Какая-то вялая сегодня рыба у нас. Погода. Да. Меняется. Опа, да. Есть. Если погода не менялась бы. Ну что-то не особо крупное. Вот тоже голец. Голец или паля? Нет, нет, голец. Это все голец, ребят. Все голец. А то это придется забрать, этот глаз ей проткнул. Ну да. И глазик проткнул опять. Ну, кровь пошла. Да, мелковато пока рыбка. Да, пока такая. Ну, ждем крупно. Ну, красивая зато. Да, рыба очень красивая, согласен. Загиб. Давай, ты что ждешь-то? Да. Я еще ни одной рыбы не поймал. Ты меня-то... У меня аж сердце кровью обливается. Да ладно, даже. Во. Во. Вот, вот этот уже, ну, да, мелковат. Грамм есть уже. Нет, 175 грамм. Да, 175. Голец красивый, да. Да, эта рыба я давно не ловил. Ну, может, все-таки у меня крупный ждет поклевочку-то. Это мелковат, конечно. Ну, главное, расклевалось. А то я думал, сегодня прям будет вообще скучно рыбачить. А так и ничего, кажется. Да, рыбка очень красивая. Угу. Это голец. Начал клевать. Вот видишь, подергал. Решили методом... Есть. Есть. Да. Чайку попить и сразу поклевка. Да, сразу поклевка пошла. Это называется закон подлости. Гольчик. Я даже яичко не успел доесть. Ничего, за гольчик покажи. Голец. Пять. Вот я тебя обкакал правильно. Давай отпустим этого.
Да ладно, давай. Давай, пусть... он зацепился чуть-чуть. Плюнул ладно. Красиво. Все, пусть бежит. Обосрал меня, зараза. Ну ничего страшного. Это к деньгам. Дальше богатым буду. Ну пусть идет, все, ладно. Беги, родной. А, зараза. Все, давай чай пить дальше. Сейчас, да. Сейчас еще должны быть поклевки. О, да-да-да, давай. Давай еще. Сейчас. Ты вяло, да? Вяленько, да, что вообще. Вяло. Так, давай. Опа, есть. Кофе какой-то мелкий, маленький. Болец маленький. Маленький, такой, да. Мы отпустим, конечно. Пусть живет. Взял он неплохо так. Все, беги, родной. Да. Так, ну что, время 13. Рыба нет-нет, но все-таки поклевывает. Все съело. Сейчас мы вот просверлили несколько новых луночек, попробуем там удочки поставить. Может, что-то и будет. Хорошее, чтобы было. Вот, подыграл, начинает клевать. Опять вяло-вяло как-то. Угу. Подыграешь. Это мелочь какая-то. Да, что-то. О! Хорошо, что рыба давно уже загнула бы. Ну, чуть-чуть подсогнула. Да, что-то мелковато. Да. Мелкий. Ох ты. Он через глаз прошел крючок. Видишь, успел заглотить? Да, успел, но через глаз прошел крючок. Такую придется ставить, чушь. Не оставлять же ее без глаза. Загибает. Клетки загибает. Как хорошо. О, ничего такой. Рыбка хорошенько идет. Плохая. О, дорогие товарищи. Друзья, смотрите, какой голец, гольчик. Это уже чуть-чуть покрупнее. Да, хороший. После обеда, видишь, какая рыбка у нас стала поклевывать? Хороший. Ну, да. Грамм 150 где-то. Это да, уже согласен. Отлично. Дорогие друзья, время 16. Пора, наверное, заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку, потому что после обеда практически поклевок не было. Значит, что у нас сегодня по рыбе? Ну, вот одна кумжечка. Кумжечка. Вот такая, грамм 300, наверное. Ну и немножко гольчиков. Вот такие гольчики. Рыбка, конечно, красивая. Он, видите, еще живая, красивая. Но, к огромному сожалению, погода сегодня не очень. Даже подъезжали местные рыбаки. Тут разговаривали с ними. Сказали, что падает давление. Вот, и рыба не ловится. Спросили, как у них. Вот тут один подъезжал. Правда, не спросил, как зовут. Сказал, что у него кумжечка с полкило и голец такой же один. Две рыбки. Ну, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч. А на это озеро мы еще вернемся. За крупным гольцом и хорошей кумжей.